Судебные аукционы – это публичное мероприятие. Очень много людей приходит на аукцион. Не обязательно люди будут делать ставки. Кто-то учится, кто-то группа поддержки, кто-то для аналитики. Маклеры присутствуют. Как я говорила уже неоднократно, немецкие пенсионеры, любители ходить тоже на судебные аукционы. Поэтому у меня были аукционы, когда было 2 человека и было 200 человек. Но чтобы какие-то ограничения были, такого не было. Если вы внесли 10%, то вы имеете право делать ставки. Ну и ставки делаются на судебном аукционе по принципам аукционов. В зависимости от того, первичный это либо вторичный аукцион. Если вдруг получится, что вы выиграли, тогда эта сумма вычтется вашего аванса из стоимости, которую нужно будет платить за объект, который вы приобретете. Если нет, то в течение 3-4 недель эта сумма без всяких удержаний вернется вам на счет. И вы спокойно ее получите, найдете в это время какой-то другой аукцион и снова пойдете. Я рекомендую постоянно посещать аукционы. Никто не знает, как все это произойдет. Все может повлиять: погода, настроение. И будет такой аукцион, когда вы будете только одна, например, и можете купить очень-очень выгодно дом. Поэтому, пожалуйста, приходите на аукционы. Аукционов, слава богу, в Германии очень много. Я думаю, что есть туды, где каждый день проходит 3-4 аукциона. Ну, в небольших городках, конечно, 1-2 аукциона в день. И объектов на выбор очень большой.